мы тут случайно оказались в Мамадыше, и мы пребываем в каком-то культурном шоке, потому что у них тут красивая набережная, красивый город, везде цветочки, и вот тут вот вязка, просто большая-большая вязка. Замок на набережной. Наверное, это же будет какой-то кораблик. И парк детский. А еще здесь есть чудо-колонка в виде самовара. Лежит водичка из самовара. Мы в Мамадыше нашли классный парк. Сквер. Вот там написано, что это сквер. Фонтанчики, детские площадки.